Здравствуйте. Основные работы ранней весной в саду – это обрезка и посадка. И для этого нам нужен инструмент, который ни в коем случае нельзя забыть купить. Для обрезки нам понадобится секатор. Вот такими секаторами обрезаются некрупные ветки. А вот для обрезки крупных веток нам понадобится уже сучкорезы. Сучкорезы представляют из себя более такой мощный секатор с длинными ручками, для того, чтобы мы могли достать более высокие ветки. И самое главное, вот им можно резать толстые ветки. Во-первых, здесь поместится ветка хорошего диаметра, а вот этот вот механизм придаст усилие, и мы толстую ветку разрежем без особого труда. Хорошо, если сучкорез снабжен вот такими резиновыми ручками, для того, чтобы у нас руки не скользили при работе. И если будет во время работы холодно, то ручки не замерзают, и нам будет более комфортно работать, вот имея такие обрезиненные наконечники. Сучкорезы могут быть еще большего диаметра. Вот здесь смотрите, какой размах. И они точно так же помогают нам обрезать крупные сучки. И эти сучкорезы также имеют прорезиненные наконечники. Но иногда бывает нужно обрезать уж очень большую ветку. И здесь не стоит мучиться сучкорезами, а нужно брать в руки пилу. Или, как ее еще называют, садовая ножовка. Вот садовые ножовки, в отличие от таких столярных ножовок, они имеют обычно вот такую изогнутую ручку для того, чтобы можно было пилить, куда-то подлезть и отпилить именно сучок. И обычно мы пилим на весу. Довольно-таки крупные зубцы. Обязательно посмотрите, чтобы зубцы были острые, потому что тупым инструментом мы не только много не спилим, но и нанесем вред дереву, потому что там будет размахриться кора и будет срез плохой, который будет трудно обработать. Вот этот вот чехол такой поможет прицепить на пояс пилу, и можно будет ее достать вот именно в тот момент, когда вам нужно, потому что иногда бывает нужно залезть и по лестнице для того, чтобы спилить какой-то верхний сучок. А вот при помощи вот этой вот петли вешаем на пояс, и когда нам нужно, просто достаем нашу пилу и обрезаем нужную ветку. В продаже есть наборы уже. Если у вас нет секатора и нет пилы, то можно купить набор. Это будет несколько дешевле, чем купить все по отдельности. Вот здесь такой наборчик для того, чтобы произвести обрезку. Для посадки нам понадобятся совки. И совков нужно купить по крайней мере два. Один совок нужно купить широкий, другой совок нужно купить узкий. И вот лучше, если у вас совок узкий, будет заостренным концом. Вот широким совком очень хорошо делать лунки, а узким совком хорошо делать пересадку и посадку. Потому что вот такой совок, он не везде им можно подцепить растения, которые нужно пересадить. А вот такой совок узкий, он и лучше входит в землю, и им лучше делать пересадку. Вот как минимум два совка нужно приобрести для того, чтобы у вас совки были в вашем хозяйстве. Совок может быть металлический, совок может быть из нержавейки. Очень хорошо, если ваш совок будет покрыт порошковой краской. Это позволит вам как можно дольше пользоваться этими инструментами. Из нержавейки инструмент вообще очень прочный, он не подвергается коррозии, и им тоже пользоваться можно долгие годы. И обязательно из садового инвентаря приобретите опрыскиватель. Обычно на даче работ, связанных с опрыскиванием, бывает много. И поэтому ограничиться только насадкой на бутылку нельзя. Этим вы, во-первых, потратите лишнее много времени, и опрыскивание будет некачественным. А вот опрыскиватель, хорошо, если он помповый, просто накачивается, и клапан нажимается, идет опрыскивание. Во-первых, это делается быстрее,
при помощи такого опрыскивания. Во-вторых, здесь головка позволяет направить струю в нужную вам сторону. И при помощи вот этих опрыскивателей очень равномерно смачивается поверхность. Поэтому мы тратим меньше рабочего раствора, но поверхность, которую мы обрабатываем, увеличивается. Вот этот инструмент понадобится вам в самом начале весны. Не забудьте все приобрести, а наши советы помогут вам это сделать правильно.